Rainbow English. Учебник, 4 класс, 2 часть. Задание 7 в Unity 7, степе 3. Первое. Эй. Посмотрите на картинки и скажите, что эти люди решили делать в конце недели. Так. В общем, по примеру. У нас идет Mark, то есть имя берем, которое указано. Потом decided, то есть это глагол переводится решил. А потом, что же он решил сделать? Там, где два глагола стоят рядышком, между ними ставим to. Ну, пока что у вас такие будут встречаться. Там, конечно, есть другое правило, но пока из самых простого запомните. То есть, как вы говорили, я люблю бегать, I like to run. Так что вот здесь тренировка на вот это to. После to глагол всегда стоит в первой форме. Никаких ing-ов, никаких ed. То есть вы ed прошедшего времени ставите только в первом глаголе. Дальше идет чистый инфинитив, то есть вот как раз это правило, то есть инфинитив – неопределенная форма глагола. Итак, первый за нас сделали. Марк решил прогуляться в парке на выходных, ну, в конце недели. Теперь берем второе. Так, давайте вот так положим. Фред, так, что он у нас делает? Фред decided to ride a bike at the weekend. Фред решил покататься на велосипеде на выходных. Потом смотрим Джим и Мэри. Ну, смотрят телевизор. Джим and Мэри decided to watch TV at the weekend. Джим и Мэри решили посмотреть телевизор на выходных. Полли играет в теннис. Полли decided to play tennis at the weekend. Полли решила поиграть в теннис на выходных. Так, двигаемся. Эмма and Kate. Они у нас готовят. Эмма and Kate decided to cook. Но я уже не писала, дописываем вот эту фразу. At the weekend. Она у нас вот здесь везде будет вместо троеточий. Решили, то есть, что-то приготовить. The Browns означает семейство Браунов. Смотрим автобус, и на нем написано London. То есть, скорее всего, туда едут. The Browns decided to travel to London by bus. Брауны решили поехать в Лондон на автобусе. General Green decided to ride a horse. Решил покататься на лошади, но не забываем концовка at the weekend. И последнее это Liz. Она у нас книжку читает, то есть Liz decided to read a book at the weekend. Так, и смотрим у нас часть B. Нужно сказать, что эти же люди постарались сделать в начале... Только вот здесь по учебнику, скорее всего, описка, потому что не следующей недели, а прошлой недели должно быть. Потому что в примере у нас, вот как видите, прошедшее время глагола. Уж никак следующей неделе не может быть. Ну ладно, нам главное это составить предложение, поэтому вот образец. Mark tried to cook a nice dinner for his family. В принципе... Здесь упражнение довольно легкое. У нас везде будет начало Mark tried to. Вот это все будет одинаково для всех 8 предложений. Первое не берите, начинайте со второго. А вот дальше, вот от этой черты, просто берете и переписываете. Вот весь, как бы, все ваше задание. То есть, еще раз, начало вот до черты с Марком доходите, а потом хвост вот этот переписываете, ставьте точку. Следующее снова переписали. И вот это добавляете, ставьте точку. Единственное, что мы, конечно, переведем. Mark tried to, со второго, talk on the phone. То есть Марк постарался поговорить по телефону. Mark tried to see the new film. Марк постарался увидеть новый фильм. Mark tried to take a tennis lesson. Марк попытался взять уроки тенниса. Mark tried to visit the doctor. Марк попытался, ну или постарался посетить доктора. Mark tried to talk to his teacher. Марк постарался поговорить со своим учителем. Mark tried to visit his sister. Марк попытался или постарался навестить свою сестру.
Mark tried to get up early. Марк постарался встать рано.